Здравствуйте, друзья! Мы потихоньку выезжаем из города Сан-Франциско. И я просто хотел вам показать немножко Сан-Франциско. Вот мы едем по улице, по-моему, Фултон она называется, вдоль парка. Слева очень известный парк, называется Golden Gate Park. А справа такие большие дома, многоквартирные. Вот я вижу там по 4 этажа. И тут многие внизу подкрашены, да, симпатично выглядят. Я помню, мы когда приехали, была рецессия, и эти дома несколько лет не крашенными стояли, не было денег у владельцев. Да, сейчас они намного нарядней. Парк, можно сказать, легендарный, исторический, про него много чего известно. И по нему тут тоже, видите, вот налево, тут можно заехать, там японский сад, там и китайский, там фестивали. И когда-то его построили, чтобы защитить город от ветра, который песок нес. И вот так построили, а дальше это стало таким очень интересным местом. Здесь отдыхает много народу. Это как бы сказочное место, легендарное. И вот мы едем вдоль этих авеню по правую руку, которые нарастают по номерам. Вот сейчас мы проехали мимо 10, сейчас будет 11. Вы, наверное, видите знаки. Нам нужна 14, потому что по 14 можно проехать насквозь. Можно проехать насквозь через парк. Это то, что мы хотим сделать. Здесь нет левого поворота, видишь? Как нет левого поворота? Вот так. То есть нам придется где-то... Вот и господи, у них нет левого поворота. Ну, тогда мы поедем направо куда-нибудь. Тут я смотрю, у меня навигатор направо говорит, давай. Но он хочет в обратную сторону, чтобы мы ехали. Да. Навигатор говорит, давай направо. Мы сейчас развернемся через другую улицу. Да, видишь, как бывает. Сейчас развернемся. Может быть, вот здесь, да? Давай здесь развернемся, так проедем. Вот, вы видите Сан-Франциско, это очень специфический городок, хочу я вам сказать. Знаете, первые наши впечатления были послемосковские, и нам казалось, что это какой-то город не настоящий, а такой, даже не знаю, как назвать. Умильно-игрушечный. Ну, какой-то вот такой бутафорный такой, знаете, что так не бывает. Все из картона. Все такое маленькое, цветастенькое, и как бы думаешь, как же это вот все, неужели это настоящее? А сейчас мы уже живем в Кремниевой долине, и когда мы приезжаем в Сан-Франциско, мы говорим, о, в город приехали, да, Светлая? Город, тут узкие полосы, тут люди дорогу перебегают между там светофорами или там в стороне от зебры. И так далее. То есть тут уже как, ну, все по-настоящему, как бы, все по-настоящему. Вот мы заезжаем внутрь этого Golden Gate парка, вот по этой петляющей улице, она сейчас немножко пойдет вдоль. Интересно, улица начинается как 14-я, да, а потом кончается как 19-я. Вот таким вот макаром мы сейчас... Ну, потому что 14-е. Мы сейчас едем вдоль, мы сейчас вот только что пересекли 15-ю справа, если бы она там, ну, если бы был нет, проезд. Нет, сама эта улица сейчас 14-я. Мы сейчас едем вдоль 15-й, 16-й, 17-й, мы сейчас едем параллельно той улице, по которой мы шли, параллельно Фултону. Вот ты видишь на карте, ты на навигаторе, ты можешь это видеть. А сейчас мы развернемся налево, и это уже будет 19-я, на уровне 19-й, и уже поедем. Соответственно, мы вынырнем на 19-ю. На 19-ю, да. Ну, в общем, так вот хитро получается. Да, здесь, может быть, красоты какой-то особой вот прямо сейчас нет. Ну, полоса не безумно широкая, парковая полоса. Вот сейчас мы начинаем углубляться в парк. Golden Gate Park. Парк вообще-то очень большой, конечно. Вытянутый в длину. Ну, вытянутый, да, от океана к центру города. Он очень, да, большой протяженности. Вот, и вообще все вот real estate и недвижимость вокруг парка, она очень котируется. Если, да, в парк можно дойти пешком, то это очень, да, такие это желаемые места. Это повышает привлекательность недвижимости, потому что люди любят гулять. А вот этот парк, он очень, как бы, ну, излюбленное место отдыха трудящихся, как в наше время говорили. Вот. И сейчас мы заедем, эти холмы впереди. Это уже начинается сансет. Это, да, с этой стороны парка район называется Сансет. И это тоже такое место очень популярное и не дешевое. Здесь нет промышленности никакой, здесь вообще, ну, как бы люди живут, это жилой район. И, конечно, сама 19-я улица, она может быть довольно насыщенная такая. То есть вряд ли кому-то захочется жить на 19-й улице. Тут три полосы в одну сторону, три полосы в другую. И бензозаправки там чуть ли не на каждом там углу. И здесь очень насыщенно. Но вот, допустим, квартал в сторону, два квартала, три квартала, это просто, ну,
как, ну, камера, наверное, показывает райское это место. Горку, да, этот Парнасус. Эта горка называется Парнасус, и там находится UCSF, медицинский. Это университет системы UC, их две системы. И это как, но он медицинский. Вот Сан-Франциский UC, он чисто медицинский. Вот, но на эту горку, да, туда очень трудно доехать и трудно запарковаться, практически ответственные улицы. Ну, всюду, где университет, особенно в таком городе большом, да, запарковаться сложно, да. Вот вы видите Сан-Франциско такой... Симпатичный очень, милый городочек. Милый, милый. Но если бы мы ехали, мне кажется, вот, допустим, там на одну улицу вправо или там влево, да, это было бы, может быть, более симпатично. Не было бы вот этих машин справа в такой интенсивностью. И здесь уровень запыленности выше, друзья. Здесь вот едешь, и все дома, которые здесь стоят... Все равно очень чисто на улице. Ну, конечно, чисто здесь. Песка нет, все убрано. Здесь не, ну, не знаю, здесь, может быть, не столько не бросают, сколько все-таки убирают. Да, вот цены на бензин 3,53. Видите, как упали. Как же они упали? Они выросли уже. Они до 3, до 2 там 90 падали. Я не знаю, что-то... Ну, 3,53 тоже еще не так было. Ну, по сравнению с 4,15, да. Да, было 5,6 было. Вот это, можно сказать, магистраль. Ну, такая, одна из основных магистралей города. Значит, если вы будете ехать по хайвею 280-му или даже 101-му, значит, вот это хайвей входит в город, превращается в 19-ю улицу. И дальше, вот назад, если бы мы ехали в противоположную сторону, то мы приехали бы на знаменитый Golden Gate Bridge. По Golden Gate Bridge мы пересекли бы залив Сан-Франциско и ушли бы туда, в Marin County. Так что вот, вот это такая улица. Там, по-моему, там что-то случилось. Я вот вижу под автомобилем, горит что-то, смотри. Где? Вот автомобиль шел. А, ну он уже едет, уже видно, там авария была. Была авария, уже, они уже, да, едут, уже нормально. Здесь, когда бывает авария, то чтобы огородить... Ну, территорию. Они, вместо того, чтобы ленточку натягивать, они бросают такие горящие сигарки, такие, да, сигарки. Они таким красным, ярким светом. Вот вы видите, она, сигарка тут горит. Ну, уже разобрали все. То есть загорает. Все сигарки только сгорите. Сигарки только сгорите. Ладно. Нехай суби горить. Так, значит, а мы едем дальше. Света, с точки зрения украинской мовы, вот то, что горить, можно сказать, что она горилка? Нет. Нет. Молодец. Хорошо. Я просто думаю, вдруг я что-то не прочувствую. От горилки горит все внутри. Так. А это горит снаружи. Понял, понял. Ну что же, такой маленькой зиркою на дороге лежит. На дороге. На дороге. Вот. Ты знаешь, Света, мы покушали русскую булочку, и настроение хорошее. И надо сказать, что кофе у них был замечательный в этом месте. И девочки такие хорошие. Вот. И я думаю, что зрителям понравится наше видео, правда? Вот как мы были в Синдерелле. Поскольку мы так более-менее 19-ю улицу показали, я думаю, что, может быть, мы можем отключиться. Единственное, что вот я хочу обратить ваше внимание, что улица, которую мы пересекаем, называется Пачеко. Видите? Пачеко. На буковку П улица называется. А каждая следующая улица, она идет по алфавиту. Вот если это буковка на П, да, да, то следующая будет на R. Нет, Q. Q, я извиняюсь. QR. Да, PQR, да. Да, PQ, совершенно верно. Я как-то так не... Не принял во внимание. Цветочки продают по 7, по 8 долларов букет вот справа. Хорошо. Это Q. Значит, а следующая точно должна быть на R. Да, Ривьера. Ривьера. Мы как-то ехали на в школьные годы на Олимпиаду в физтех, на электричке. И там была станция, называлась Марк. И другой мальчик тоже из физмат-школы, у нас там у всех мозги сдвинутые были. И он мне показывает вот на название Марк, название электрички. И говорит, знаешь, говорит, Миша, говорит, подозреваю, что следующая станция будет Энгель. Но он ошибся. Он ошибся. А вот это буковка Т. Хочу сказать, друзья, если на улице Таровал вы сейчас повернули бы налево, то там по правую руку такая китайская бейкери с такими тортами и с такими пирожными, что вы поселились бы в соседнем доме и никогда бы в жизни оттуда не уезжали. Во всяком случае, пока это бейкери там. Так, это для тех, кто знакомится с городом. Вот на буковку Ю. Неожиданно. Почему? Ну, вот скажи, Света, какая? Ну, Ти-Ю, а как же?
Тию. Да, алфавит. У них такой алфавит, ты понимаешь? Да, вот они такие. А вот, друзья, кто из нас угадает, давайте так, быстренькая викторинка. Вы можете быстренько сбегать куда-нибудь на Википедию там, или, в общем, поискать английский алфавит и сказать, какая буковка будет после U. Ну, вот я знаю, что это буковка V. Думаете, я помню алфавит? Нет. Но я вижу, что она называется Висенте. Вот это вот. А следующее W, потому что улица называется Вавона. Для тех, кто не выучил алфавит в детстве, проезд по 19-й авеню позволяет вот в этом направлении особенно, значит, выучить алфавит лучше. Я скажу, после окончания алфавита они уже идут совершенно в любом порядке. Да. Но я хочу сказать, что на самом деле гораздо более сложная задача, когда ты едешь в ту сторону, да, и алфавит идет с конца. Вот, понимаешь, вот это вот, сказать, какая будет следующая буква, это намного более сложная задача. Ну, решаемая. Решаемая, да, я согласен, решаемая. Тут вот как в тестеры не ходить, вот так можно сказать. Ну что же, я считаю, что мы проезд по улице совершили, весь алфавит практически завершили, тут осталось всего ничего, поэтому, друзья, остаток алфавита вы доучите сами. До свидания.